Исключение, друзья, мы находимся в пиццерии, мы охранники Пятерочки. Вам всем нравится эта рубрика, Мар, реально. Они на каждой серии по 2 миллиона набирают просмотров на камерах и по просто по 100 тысяч лайков. Это наша рубрика, рубрика канала Евген Бро. Да, ребят, мы просто как Райан Гослинг, охранники Пятерочки. Кто видел этот мем, ставьте лайкос. Моя не видел, что это значит. Ну, в общем, ладно, мы, значит, крутые. В общем, дорогие друзья, прямо сейчас проставляйте лайк, потому что реально я вижу, рубрика вам нравится, и она и просто расходится на ура. Подписывайтесь на канал. Прожамкайте колокольчик, если вы хотите видеть наши видосы каждый день и получать уведомления. Да, в общем, давайте, друзья, заходите каждый день в 11 часов по Москве. И еще на втором канале выходят через день видосы. В общем, дорогие друзья, давайте прямо сейчас набираем много лайков, подписывайтесь на канал. Ну а мы сегодня будем проводить расследование в пиццерии, мы сейчас будем камеры ставить. Как вы видите, это манекены, все окей, это вот манекены. Это манекены, они вскрыты, открыты, тут просто стоит наша прекрасная Венни. Венни, ну поговаривают, я нашел журнал прошлого работника, там было написано, что он уволился, по собственному желанию, из-за того, что аниматроники оживали ночью. У нее такие красивые глаза. У нее очень красивые глаза. Ладно, так все, не отвлекаемся от дела, у нас важная миссия. Все, у нас важная миссия, нам нужно, короче, разместить камеры и проверить, оживают ли они здесь ночью или нет. Ма, как думаешь, оживают, нет? Я думаю, что оживают, но нам нужно найти прекраснейшие, приколдеснейшие блоки, куда приделать все это. Так, я предлагаю, знаешь что, Ма, прям на... Смотри, вот на люстру вот это можно, интересно? Нет, Ма. Сейчас, нет. Давай вот сюда на сцену, давай прям на них направим, вот так. Первая камера направлена на аниматроников. Вот будет макрипота, если один из них сдвинется. Так, все, идем дальше. Вторая, давай мы поставим, допустим, вот сюда. У нас тут, в принципе, туалетная зона. О, Ма, отлично видно, да, просматривается. Будем смотреть, кто куда заходит. Смотри, тут осторожно, мокрый пол написано. Да, кстати, тут можно подскользнуться. Ребят, когда заходите в туалет, всегда аккуратней. Просто, ну, следите, вдруг там реально мокро. Мало ли кто-то мимо написал. Мало, что такое говоришь? Так, теперь давайте главный холл, Ма. На главном холле прям вот сюда камеру. Да, отлично, прям будет все просматриваться. Прям реально просматривается все. Так, на всякий случай, если с ней произойдет дефект, мало ли батарейка сядет, Ма, или короткое замыкание, я предлагаю вот сюда еще одну. Куда ты пошел? Где ты? Смотрите, Ма, не может меня найти. Ма, попробуй меня найти. Смотрите, потерял. Ма, ходит. Где? Ма, Ма. Смотрите, смотрит по сторонам. Ма, не обернулся ли назад? Посмотрите, не обернулся ли ты. Чего за прикол? Ты где? Ма, она вот. А, ты куда ее повесил? Вот. Ма просто, короче, потерялась. Ма... Пойдем вот сюда, вот в эту комнату игровую. Ма тут, кстати, мудроп. Но не переживайте, ой, это у нас... Нет, это у нас не настоящая, это просто сцена. Мы их убираем отсюда. Так, все, выкидываем вообще отсюда. Давай вот сюда повешаем куда-нибудь. Вот да, сюда. Да, я предлагаю вот сюда. Так, сейчас... Ой. Ой, я в стену случайно сломал. Ма, я попал в потайную комнату. Какую? Где? Я не знаю. А, ты в этот прыгнул, что ли? Я вообще нет, не прыгал, я чудился. Офигеть, сейчас, Ма, я к тебе телепортнусь, я очень... Мы, короче, еще одно, у нас была серия, где мы искали потайные комнаты, так. А как ты там, как не знаю, мой, я не знаю, проходил, ходил, мои как-то... Сюда никуда не вешается, давай вот сюда, во. О, все, отлично, шикарно. Так, еще нужно какие-нибудь интересные места. Блин, тут заблудиться можно. Давай, знаешь что, около комнаты охраны. Ма, наша комната будет вот здесь находиться. Смотри, отличная комната. Все. Я предлагаю... Предлагаю прямо около нее здесь, смотри, Ма. Да, все. Мы там будем сидеть. Если что, ребят, если кто-то к нам близко подойдет, мы будем... Ну, мы закроем вот так вот дверь, короче, смотрите. О, все. В комнате подарков, может быть, вот здесь повесим, смотри. Ты где, Ма, ты где? Я тебя не вижу. А, здесь. Вот здесь. О, да, смотрите, здесь у нас крипотушные просто рисуночки, Ма. Ты видишь, насколько они крипотушные? Да. Ну, нет, они милые на самом деле. Это, знаете, такая возможность. Прям вот над зайкой. Смотрите, камера прям... О, нельзя, Ма, прикинь. Над зайкой почему-то нельзя. Почему? Я... А давай вот сюда, может? Сейчас проверим. О, отсюда можно, все. О, все, отлично. Сколько здесь у нас еще камер? Седьмая это камера. Еще у нас осталось две камеры.
Давайте, давай мы подумаем прям очень хорошо. Ну, в туалете, наверное, нет смысла, да? О, вот в этой комнате мы не повесили. Какой мы, ты где? Где эндерскелеты. А-а-а, эндерскелеты. Эндерскелеты. Эндер, да. Эндер, короче. Я уже эндермена говорю. Так, знаете что, я предлагаю вот здесь над плакатом, незаметненько, это была 8-я камера, мы отлично видно, вообще все шикарно. А 9-я, может быть, вообще повесим у выхода, на выходе, короче. Да, кстати, давайте так и сделаем, реально. У нас, в принципе, все камеры будут расположены, у нас главная задача так, вот здесь прям. Вот здесь, вот прям. Вот наверху. Здесь, да, во, отлично. О, вообще. 9-я здесь, все, вообще отлично. Прикинь, Веня живет, это будет вообще крипота. Так, все, отлично, выдвигаемся. Выдвигаемся в нашу security комнату. Security. Так, вот это здесь находится. Так, мы заходим, закрываем дверь. Все, отлично. Закрываем здесь. Всё. Подрубаем ноут, садимся на стул. Здесь. Смотрим. Ой, ма, тут вентилятор. Ой, хорошо, ма, то жарко прям. Это не духошмань. Ма, ну ты и духошмак. Это пока что. Все, все отличненько. Так, все, садимся. Так. Ну что ж, ма, тут у нас есть ноутбук. Правда, он вроде не работает. Ма, ну что, берем и смотрим. Сейчас я быстренько проверю камеры. Так, здесь все нормально. Ма, по-моему, нас надурили, все вообще отлично. Здесь все нормально. Так, третья нормально. Пока вообще, ма, я смотрю, четвертая камера. Пятая, ма, вообще все замечательно. Шестая, седьмая. Ма, все просто офигенски. Ну все, значит надо подождать. Ма, сидим, ну просто там мы сидим, пердим. Слушай, вообще, ма, может это самая лисичная работа, которую мы только брали? Чисто, ну, слушай, я бы не зарекалась, честно. Ма, да уже, смотри, уже один час прошел, ма, уже 2 часа ночи нам осталось просто просидеть до 6 утра, это 5 часов. Да вообще изи, ма, сейчас Майнкрафт поиграем с тобой, ма, колу возьмем. Все, друзья, это, походу, дело изи манию на нашей работе. В этот раз, короче, ничего не произойдет. Пикни, когда что-нибудь случится. Ма, я прямо пик-пик, вот так, ма, пикну. Так, я пока по камерам позалипаю так. Ох, какая же скукота, это охрана, конечно. Отлично, ма, тут, так, допустим, вторую камеру, третья. Ма, а там... смотри на вход, вдруг сейчас кто-нибудь придет. Ма, да то придет, мы, блин, что ты пугаешь, мы тут, это, одни, ма, тут, ладно, сейчас камера, по-моему, 9-я была, так. Ма, да, ну тут... последнюю мы ее ставили. Ну тут просто вон Фредди стоит, вот это, Венни, блин. Ма! Ты... Она двинулась и опять залила. Подожди, ма, может я уснул? Подождите. Ма! Она опять двинулась. Подожди, ма, может эта камера залагала? Сейчас я переключу на 8-ю камеру, ну-ка. На 8-й все чисто, переключай обратно на 9-ю. Все отлично, переключай на 8-ю снова. Давай сейчас снова на 9-ю, она на том же месте. Видишь, ма, на том же месте стоит. Переключай на 8-ю, ладно. Ма, это, наверное, баг, сейчас переключай на 9-ю. Ма, она ушла! Офигеть! Ты видишь? Май, так я слежу по камерам, так на 8-й нету, на 7-й нету, на 6-й нету, на 5-й нету. В зал. Я включил, май, она прям танцует в зале! Она жила! Офигеть, она была живая, нам сказали, что это манекены. Ма, она идет, куда она идет? Ой-ой-ой, так. Ой-ой-ой. По-моему, она... Так, я переключаю на камеру, сейчас подожди, на камеру переключаю, так, на третью. Ой, она прям на третью камеру ма смотрит. Ма, сигнал доступа пропал к третьей камере! Ма, минус третья камера, просто не работает! Капец, что нам теперь делать? Я не блин, знаю, она куда-то бежит, она убегает. Так, я слежу за ней, так, я переключаюсь на туалетную зону, так, где она? Так. Она куда-то ма забежала, она, видимо, я видел ее в туалете, кажется. Она, походу, в туалет убежала. Так, ма! Фу, вот это неждан! Ма, вот это неждан! Так, вот это, конечно, вообще каштан, ма, вот это прям очень страшно. Ма, страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Обязательно, ма, надо узнать, что это такое. Ма, там мундроп. Подожди. Ну там он же. Откуда вышел? Он вышел из женского туалета. Ма, получается, он девочка. Ма, да какая девочка? Может, он попутал? Ма, может, и попутал, ма, походу дело тут... Ма, тут, так, походу... Я переключаю камеру, переключаю так... Ой, он здесь около этих рисунков танцует, он прям... Он в игровой комнате, да, танцует на игрушках. Ма, он просто танцует на игрушке? Что происходит? Так, вот это уже, ма, дело пахнет реально керосином. Так, он уходит туда, так, я переключаю камеру. Он... О, по-моему, он рядом с нашей комнатой. Ма, он прям реально около... Ма, тихо. Он прислушивается. Ма, тихо молчим. Тихо, не говори ничего. Ма, тихо, шепотом, короче. Тихо. Блин, ребят, мне страшно. Ма, ну, мне тоже страшно.
Он ушел, он ушел. Ой, мама, вот это, конечно. Ой-ой-ой, мать, что-то мне плохо стало. Так, сейчас я переключаю на... Ой, он около второй камеры, я переключил на вторую, мама просто на нее смотрит. Сигнал пропал, мама, сигнал пропал, просто сигнал второй камеры пропал. Все, у нас уже минус две камеры. Работа только началась, мама, уже минус две камеры. Так, я переключаюсь на четвертую камеру. В общий зал, мама, я слежу. Смотри, может кто-нибудь еще придет. Офигеть, ма, просто я сейчас на девятую. Жесть, конечно. Я сейчас просто переключусь на девятую камеру. Прикинь, ма, один только Федор стоит. Ладно, хоть ма Федор, короче, манекен оказался. Так, сейчас я переключусь на пятую. На пятую камеру, шестая, седьмая, все чисто, пока чисто. Посмотри на последний, на входе. Там а что там, ма, смотри, там только Ваня пришла и стоит Федор. Но Федор-то в натуре, ма, манекен. Ой, тебе не показ... Он же двинулся. Ма... Может, я камеру сдвинул? Нет, это моя не камера. Ма, он реально двигается. Ма. Он реально двигается. Ой, смотри, он активировался. Офигеть. Ма, он ходит. Федор ходит. Ну, Федор вроде не страшный. Ма, а... Ма, он смотрит на камеру. Он ушел. Он пошел, он ушел. Он какой-то, он походу, не заметил. Так, 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 я активирую. Я еще... вот он прям тут ходит, ма, прям по главной... Сцене, ма, марширует, короче, ма, подходит. Офигеть, ма, он нападает на аниматроников, смотри. Офигеть. Ма, ты видишь? Да, я вижу, так, ладно, давай посмотрим, что он будет делать. Получается, он ломает подарки. Он ломает шарики, ему, походу, тут не нравится. Офигеть, ма, смотри, он прям их жрет, короче. Офигеть. Главное, чтобы он, ма, не сажал эту камеру. Он, мне кажется, на нее пострел. Ма, он, мне кажется, идет. Да, он идет. Он идет. Да, да, да. Он идет прям к камере. Он прям смотрит. Он смотрит на камеру. Он, ого, ма, его зенки прям здесь. Ма, сигнал потерян. Он сожрал ее. Ребят, капец. Где? Включи какую-нибудь, может, он сейчас... Я включаю. Девятый включил, нету. Первый включил. Ой, на первую, ма, на первую включил. Так, ну-ка. Нет, ой, он уходит в другую комнату, ма, он ушел. Так, я пробую переключиться. Ой, я переключился, я вижу, где он идет. Вот он, ма, встал. Так, я переключаюсь на шестую. Я вижу прям его, он прям около нашей ко... Ого, он, ма, прям зубами, видел, так постучал. Да, да, кстати, мы там сидим, если что. Ма, все, тихо, ма. Он нам прислушивается. Ма, все, тихо, говорим тихо, ма. Он дверь открыл. Он нас не заметил, по-моему. Он ведь, ты посмотри, он зубами такой иногда. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. А может, и заметил, но он почему-то назад пошел. Он пошел назад, ма, тихо. Тихо, он ушел. Он ушел. Куда ма? Он бежит? Включи камеру. А, включаю. Так. Включи сейчас... камеру в зале. Включаю камеру в зале, так, это... О, включил, ма, он вообще, что? Он дэнсит, ма, он танцует. Он, по-моему... Это короткое замыкание. Он куда-то побежал. Мы на кухню, ма, не поставили. Все, я его там, ма, не вижу. А, нет, сейчас девятый. Подожди, он выбежал, по-моему, туда. Он встает обратно, ма, смотри, он встает обратно на место. Он встал на место, ма, смотри. Офигеть. Он побегал, пошалил, значит. Он, походу, нас увидел, но не стал трогать и говорить кому-то, что мы здесь. Ну, получается, ма, он, я не знаю, добрым его считать, ма, или... Наверное. Просто он, наверное, не любит пиццафлекс. Да, так, я переключаюсь, ма, на другую... Пиццафлекс! Флексим! А, да. Пиццафлекс, я переключаюсь, ма, на другую камеру, все, я на другой камере, тогда его нет смысла. Так, я в детской комнате, ма, палю. Я смотрю пока игрушки. Так, я попробую тогда, не знаю, шестую включить камеру. Тут тоже все чисто. Ма, капец, конечно, ма, может... Смотри, посмотри. Солнышко! Вон он пробежал, ма, он прямо около камеры. Пробежал прямо на камеру. Он бегает, он носится как сумасшедший. Что вообще происходит? Вон он бежит, ма, к шестой камере. Он прямо на нее смотрит. О-о, он танцует, ма, около камеры. Блин, а чего они все подходят сюда? А танец, ма, это всегда очень плохо. Если аниматроник танцует и смотрит на камеру, это означает, ма, что камере... Хана, ма, сигнал потерян. Блинский капец, сколько у нас камер осталось? У нас еще где-то... 5 камер, короче, я включаюсь, я вижу, вот он проходит, он еще к одной камере подходит. И сигнал ее тоже потерян, ма, у нас 4 камеры. Блин, короче, походу он уничтожил все, подожди. У нас катастрофически 4 камеры осталось, так я переключаю. Ма, он на главном входе, ма, он ушел, и Федор тоже пропал, что происходит? Блин, вообще, ребят, вы видали, что вообще происходит? Ребят, давайте происходит посмотрим. Вообще какая-то жесть, вообще аниматроники может, пропадают. Может, он вернется? Давай посмотрим. Так, я слежу на девятый. Ма, это Гриша? Гриша, ма, пришел.
Ты-то что сюда пришел, Магриша? Куда он пошел в сторону? Он пиццу жрать пошел без палео. Жалко, мы там камеру не поставили. Стри реально зашел. Жрет, ма, жрет. Я вижу через маленечко краешком. Блин, краешком. Бедный голодный ребенок. Надо нам потом его накормить. Мы обязательно накормим, если мы в живых останемся. Он уходит. Все, смотри, ма, сожрал и ушел. Все, и убежал. Не и заплатил, ма, с нас вычтут эту зарплату. Да пофиг, блин. Бунт у нас тут такое творится. Но в натуре. Целый. Вообще жесть. Нафиг эту зарплату, ма. Ну, досмотрим. Главное сейчас, чтобы аниматроника не было, и мы выйдем из пиццерии. Так. На камере 1 нету. На камере 5 ма, никого нету. На камере 8 в цехе аниматроников тоже нету. На камере 9... Ма есть. Ма там. Там один же. Он просто палит. Ма, он просто палит. Ма. Он зайти, походу, не может, смотри. Он палит. Ма, что происходит? Ой, ма, он заходит, он ломает. Он ломает вход. Ма, ёкарный бабай, нас же вычтут. По ходу дела, так эта пиццерия и существует. Они нанимают работника, потом с них вычтут, а он зашел. Зашел. Офигеть, уходи отсюда, уходи. Ма, сигнал камеры пропал, ну, сигнал. Все, уходи, уходи. Теперь у нас гуляет целый диджей. Капец, у нас всего 3 камеры. О, он реально в главном холле, я вижу. Он на сцену пришел флексить, ма, он смотрит на камеру. Да ты офигел, что ли? Ма, сигнал камеры, у нас всего 2 камеры осталось. Две... А где, где, подожди, какие камеры еще раз? Так, ма, короче, в цеху аниматроников, ма, одна, давай в цеху смотрим. Ребят, у нас просто уже смотреть камеры, и осталось, где, короче, игровая мундропа. Ух, жесть какая. Так, ну ладно, давай посмотрим, что кого. Я в игровой мундропа пока нахожусь, ма, смотрю, ну пока чисто, и в цеху сейчас посмотрю, в цеху, ма, пока тоже чисто. О, ма, тут Рокси пришла. Шикарно. Ма, ну тут прям бегает. У нее такие глаза, ма, страшные. Это собранный, ма, аниматроник из... Ой-ой-ой, ма. Она смотрит. Она смотрит в камеру. Ма, надеюсь, что... Блин, сигнал, ма, пропал! Блин, у нас осталось всего лишь одна камера. Одна, ребята, одна камера. Я смотрю, короче, ма, в цеху аниматроников просто. Ребят, прикиньте, насколько страшно, когда у вас, прикиньте, по камерам кто-то ходит. Ма, я один раз говорю, у меня тоже ведь есть камеры видеонаблюдения, я, короче, ма, один раз смотрю, а там енот мошел. Я сначала обкекался, думал, человек. Блин. Оказался ма енот. Так, ну ладно, смотрим цех аниматроников. Ну, блин, я даже не знаю, кто туда навадится, потому что, ну... Ну, в цех... Ма, Чика зашла. Она всегда, ма, заходит по всяким мусоркам. Она, видимо, ищет пиццу. Смотри, она ищет пиццу. Ой-ой-ой, ма, смотри, прям она зырит, она зырит. Она не может ничего, она смотрит на аниматроников, на... Но ничего не видит, да. Мана видит нас. Мана подошла. Ма, сигнал потерян, последней камеры, капец. Блин, все, походу, нам пора текать отсюда. Ма, пора текать, пора отсюда текать, давай все, аккуратно. Тихо-тихо, подожди, уходим, ма, уходим. Аккуратно, на шифте, так. Блин, здесь куча аниматроников, я что-то не хочу здесь долго оставаться. Так, текаем вот сюда, так быстренько мы бежим. Так, сейчас, друзья... Блин, ты куда побежал? Ма, тут. Ма, сзади. Ты где, куда? Ма, да что, ты меня не видишь? Капец. Так, сейчас выглянем одним глазком. Ма, только одним глазком. Так. Только одним, половинкой. Ма, половинкой глазка. Ма, как это вообще? Так, одной четвертой. Так, ой, все, выбегаем, ма, быстрее. Все, быстро текаем. Тихает, тихо, все. О, тут уже, ма, все, утро, отлично, 6 утра. Так, короче, ма, утекаем. Короче, ребят. Я взял улику. Это какую? О, хорош, ма, твой не забрал. Вообще капец, ма, вот это жесть, смотрите. Все, так, все, уходит. В общем, дорогие друзья, мы продержались в этом пицца-комплексе до 6 утра. Поработали, но мы отсюда увольняемся, но мы будем на страже и других. Нам, кстати, звонила Людочка, она говорит, ма, Людочка звонит, говорит, паранормальные явления у ней в доме происходят. Ма, я считаю, блин, надо в этой серии... Блин, нам придется идти в Людкин дом, ребят, вы готовы? В следующей серии мы в этом разберемся. В общем, ставьте лайк. Для вас проводили расследование Евген Бро и Ма. Всегда на страже закона, Ютуба. Мы, если что, ма, шерифы Ютуба, нам Ютуб дал это звание. Всё, в общем, да, дорогие ачивочки друзья. Ачивочки у нас есть, все. Ачивки есть. В общем, мы, короче, шерифы Ютуба. Рубрика наша. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока. Всем покимаки. Да, покимачмоки. Ха-ха,